Секреты актерского мастерства от профессионала. Руководители творческих коллективов, домов культуры, наставники учреждений дополнительного образования, школьных театральных объединений приняли участие в необычном мастер-классе. Кирилл Дарин, актер, режиссер, преподаватель, рассказал об основных принципах своей профессии. Что такое актерское мастерство? Да, вот если убрать такую прям прямую составляющую ремесла, да, то это управление вниманием. Все, чем занимается артист на сцене, это управляет вниманием. Что важно ему, важно зрителю. Это первая встреча цикла мастер-классов фестиваля детского молодежного творчества «Серебряный олень». Они будут проходить по итогам каждой номинации. Разбор ошибок, живое общение, обмен впечатлениями и опытом. Для фестиваля такого уровня это большая и необходимая работа. Фестиваль «Серебряный олень» – это движение, фестивальное движение, которое включает в себя конкурсную основу, непосредственное живое творческое общение, поиск новых форм работы и взаимодействия среди творческих коллективов и, конечно же, рост профессионализма и навыков во всех направлениях искусства, которые популяризирует фестиваль «Серебряный олень». Казалось бы, простые задачи выполнить не так просто. Ребята из творческих коллективов попробовали работать в паре. Разыгрывали нестандартные ситуации эмоциями, порой без слов, вовлекали партнеров в действие. Такие небольшие задания и вырабатывают качества, необходимые для молодых актеров. С этого и начинается путь к большой сцене, говорит наставник. Есть прекрасный принцип, он является одним из принципов нашей школы – идти от простого к сложному. Не нужно сразу брать Гамлета. Сначала возьми что-нибудь попроще, просто для того, чтобы наработать мышцы. Тогда все будет хорошо. Все большие театры выросли, составившие славу нашей страны, театральную славу. Все выросли из студий, и многие большие артисты выросли оттуда. Поэтому мечтайте и работайте, все будет хорошо. Следующая встреча состоится 2 февраля. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».